Если честно, я почему-то подсознательно болел за Томаева. Я не знаю, почему такая. Почему у меня так было? Я сам не знаю, почему я это болел. Просто почему-то хотел, чтобы он выиграл. Так, теперь скажите мне вопрос, ответьте, он реально забрал машину у него или нет? Очень интересно узнать, что там стоит, ковка, шмовка, новые турбины, что там стоит. Ассаламу алейкум, меня зовут Ахмед, я нахожусь в городе Грозный, а вы находитесь на канале Вэнгл. Я являюсь владельцем автомобиля Е63. Как белом, а как у них там вот этот рэкет производится, брат, этот забрал, этот сто, это сделал, брат. Я видел, брат, я в курсе. Вот и все перечислено. Давайте по порядку. О, какая камера. Все вы знаете, что у меня была гонка со Асхабом Томаевым. На его лицо. И в этой гонке я одержал победу. Ешка сильно смотрится, Раша. Равш, через... Проигравший должен следующем был сезоне... свой автомобиль. Но так уж получилось, следующей весной достаем М5. Передал в мои руки ключи и сказал, не сжигай ее. Только вот один нюанс, я не знаю, F90 там будет или G90, G60. Лучше оставь себе. Я вот реально даю полное добро и даже за то, чтобы Ешку оставил себе. Вот реально тебе говорю. Да, и поехали, Равш. Поэтому я стал владельцем этой тачки. Но вы должны понимать, что я дал слово, что сожгу этот автомобиль. Если я выиграю, конечно, в этой гонке, я твою тачку оставлю. Три слеся нам поставим, брат, по фотке. Как после очень таких красиво слов сейчас сказать, там, знаете, такой момент, я передумал, ну, не буду сжигать, пожалею, там, что мне ее сжигать, когда я могу сам на ней ездить. Угу. Очень, но единственный, брат, вопрос, знаете, в чем? Я не сказал, когда сожгу эту тачку. Вот. Я ее выиграл. Прежде чем сжечь, я на ней покатаюсь. Такой базар. От души. Даже не пожарю, а вот отжарю, бывает же. Ты понимаешь, о чем я? У нас Асхаба операторы, то есть. Задоров, что скажешь, как она себя ведет. Асхаба бывшая машина, Асхаба город. Сам Асхаб тоже будет, за ним обязательно заедем. Только вот у Асхаба операторы не совсем разговорчивые. У нас знаешь, какая тема, братан? У нас тема такая, что оператор — это свой пацан. Он вместе с нами общается, то есть со мной, разговаривает, диалоги ведет. Знаю про Бигбосса, брат, я все если в курсе, брат, честен, я в интернете сижу. Этот автомобиль очень быстрый, очень быстрый. То есть ощущение практически как в CLS. Ушел, то есть, по-моему, я там знаю, Раф, не от мне автомобиля, кажется, знаю, а от водителя. Сейчас. Но чем отличается CLS от Ешки? Е63 стартует стабильно, у нее лаунж работает, все четко, это новое поколение, восьмиступенчатая коробка передач, которая просто... сразу переключает, сразу стартует. Вот стабильно, так, короче, едет автомобиль. Моя машина, вы видели, что сделала? Отказалась делать лаунж. Но если бы был лаунж-старт, то просто как рогатка. Ты же видел в первой гонке, как она пульнула? Да, когда я именно лаунж сделал. Ты за кого болел сам? За Асхаба или за меня? Ну, честно. Знаешь, прям болел, не болел, вот честно. На самом деле, ни за кого. Ага. Прям не болел. Но объективно понимал, что, блин, Ешка должна уехать. Ешка должна уехать. Просто потому, что новая машина. Технологии там, все дела. Вот. Если честно, я почему-то подсознательно болел за Томаева. Я не знаю, почему такая хуйня. Почему у меня так было? Я сам не знал, почему я болел за него. Просто почему-то хотел, чтобы он выиграл. Потому что Ешку не так жалко сжигать. Мне всем похуй. Получилось, как получилось. Вот почему. Не, ну вот я езжу за рулем именно на стейдже первый раз. Когда Асхаб только взял этот автомобиль, она была еще в стоке, я на ней поездил немножко, я ее покидал. Ты видел, как я ее швырял? Вот рядом с геликом, ставьте эти кадры тоже. О, какой, ну, красивый пиздомиров, брат. Была обычная Ешка. Кстати, Равш, Эл был прав по поводу того. Когда я поставил там 1000 сил туда, я думал, наверное, просто стейдж 2 закинул и говорит, что у меня там 1000 сил. Здесь даже метанола нет, чтобы ты понимал. То есть, если сюда вдобавок еще метанол добавить, она реально быстрая. Это реально быстрый автомобиль. И я сильно этому удивлен. Почему не сделали? Просто посмотри. Спирт-бит, почему они не делали все это? Здесь стаба срабатывает. Да, да. То есть, с полным приводом стабилизация не справляется. Прям прыгает этот автомобиль. То же самое. Так, сейчас я хочу попробовать его покрутить. А, на какой машине, брат? Вот здесь. Здесь? Да. Мало места, бордюры. Бордюры. Не-не-не. На E30 смогу, на F90 смогу, на E3 не могу, брат, пока. Ты же со мной сидел, когда я вот это большое кольцо брал. Да. Прям красиво снято, очень, брат.
молодцы, брат. Нормально, да не, ну все. А Яги могу. Так, ладно. Не суть. Тебе сейчас побольше разбираться, это тебе не БМВ. Я знаю, здесь надо целую эту сделать. Так, подожди, я сейчас... Боевой, брат, настрой. Мы, получается, стабилизацию... А, ставим рейс-режим, поставлен он. Дальше мы отключаем стабилизацию полностью. То есть для этого нужно нажатым держать эту кнопку. Потом зажимаем два лепестка. Дрифт-мод недоступен. Смотреть руководство. А почему недоступен? Я в шоке просто, сколько всего надо да, на этом есть автомобиле, такое. Чтобы поставить дрифт-мод. У меня на М5 просто М2 два раза нажал и все. На М5 я могу на скорости ехать, вижу хороший, красивый, да, такой вот бодрый поворот. Бомба. Просто да. М2 два раза нажал, боком туда залетел, и пока еду боком, уже на М1 переключил на полный привод и дальше поехал. Понял? Вот, вот что вообще такое М5. Бомба. Так, значит, я стабилизацию отключил, поставил рейс, зажимаю два лепестка, временно недоступен. Как понять? Может перезагрузить машину вообще? Да, вот так делаешь и все. Вот мы перезагрузим. Расход машину. Не знаю, брат, там может даже 40 доходить. На драйв, на пике. Рейс включаем, зажимаем два лепестка. Делаешь? Все. А, нет. Да что ж такое-то, братан? Ну не прям боится, но переживает, волнуется. Это два разных личности, понял? Ты же, братан, русский, ты знаешь все это. Ты лучше меня должен знать. Видишь, как я тебе объяснил? Ты же понял этот момент? Я за, хорошо бы. На, механический режим надо было включить, смотри, вот, вот. Спасибо вам за усилие. Понял момент? Еще. Ну это как тупо, почему она пишет временно недоступен и все, а почему она... Отменен сейчас. Не, сейчас отменен, это потому что мы долго спасибо, не брат. Это самое. Обнял вас. Это как, я просто не понимаю, почему она пишет недоступен, почему она не пишет для того, чтобы включить дрифт мод, блин. Включите механический режим. Не просто недоступен. О, так, прикинь. Ты говоришь, вот здесь мы не поместимся, да? Я думаю, нет. Не, парни, я 1200 сил не хочу делать на своем теле. Это очень дорого. Это 10 миллионов стоит. Ага, пошел прогрев резины, делаешь. И ушел. Смотри, как красиво мы уехали. И ушел. Смотри, еще бок отдает. Да. Тебе сколько там но силы? Но знаешь, что я хочу сказать? У меня М5 в 90. А, здесь сколько? Лямов. На ней я могу шлифануть скоростей 5-6, понял? Спокойно просто. А она третья скорость и уже все, четвертая она а, не идет. А, просто мотор-коробку, ну... Понял момент? Хотя здесь 1000 лошадей. Блин, хотел сказать, что... Хотел сказать с таким сарказмом 1000 лошадей, но потом я вспомнил, что здесь реально 1000 лошадей, и я ощущаю это по скорости. Больше? 1000 лошадей, я да, думаю, здесь не больше, чем 1000. Я думаю, здесь даже чуть-чуть меньше, чем 1000, где-то 980-990, мне так кажется. Потому что это новые технологии, и при таких обстоятельствах он не уезжает от CLS. Ну, если даже уезжает, то... Короче, если даже не уезжает, но, хоть, но так же, как CLS едет. Но ты пойми, что CLS это старое поколение, а это новое поколение. Здесь коробка работает быстрее. Здесь... И ты понимаешь, как бы, ну... Я думаю, здесь 980 лошадок это максимум, потому что если бы здесь было одинаковое количество лошадок, как 980. У CLS, она бы уезжала за счет того, что это новое поколение. Почему 950? Вокруг меня покрутишь, нормально? Вокруг тебя я здесь как покручу? А не получится у тебя? Подожди, то есть ты, получается, мне говорил, что я здесь не смогу на месте покрутить из-за бордюров, а теперь ты хочешь, чтобы я вокруг тебя покрутил вот здесь? Подписчики вот здесь. Оценят. Здесь 2x2 этот место. Ты как я могу вокруг тебя покрутить чуть дальше там. Хочешь? Давай. И потом приедем сюда. Вот здесь тень мне нравится. Да, в тенечек хочу встать и пообщаться с аудиторией. Да, можно? Давай оператора только заберем еще. Ну его стекла, смотри, я какие думал, прикольные. Я понял, местный. Я максимально близко буду к тебе. Да, давай. Ты же не боишься? Не, ты мне доверяешь даже? А Асхабу ты бы доверился вот так? Да. Здорово, Максим. Да, тебе покадаем актив. Смотри, ты не переживай. У тебя же ширик, да? Все четко. Если я тебя сбью, оборудование жалко будет. Жалко. Не понял, что сложность его. Вокруг оператора что сложность? Ты смотри, как красиво уеду. Чё, красота, вот это хорошо было. Мне не нравится этот автомобиль, она вообще не для дрифта. Она вот
крутая, она красивая, реально достойный салон. Но вот кто скажет, что он не красивый? Это карбоновые элементы здесь красиво выглядят. Хотя здесь не заводские вот эти штуки, понял? А GT стоят, вот эти дефлектора. Ты знаешь, что это такое? Да. Во, вот эти штучки, да, от которых воздух идет. На Асхаба похоже чуть-чуть. Ну чуть-чуть. Я на него уже не такой злой, понял? Поэтому говорю чуть-чуть. Вот смотри, вот, вот она, вот Асхаб. Поставь сюда картинку Асхаба. И вот она. У них единственное отличие есть, дефлектор можно вот так закрыть. Легко, понял? Просто взял, закрыл. Удобно, да. С Асхабом так, ну, не получится. Бурмистр 3D у тебя выдвигаются они. Да? Тихо, не ломай так. Это моя машина, братан. И я как решаю, так и будет. Я могу ее вот так вот. Охуеть. Не, нормально все. Нам надо сейчас выключить вот эту систему. А за четвертый я не мерил, брат, еще. Не цепляется. А если машину просто заглушить? 9-7, думаю, поедет. И двери открыть. Вот. Видел? Это бурмистр получается, даже. Машина в хорошей комплектации. Смогу хуйню, здесь панорама тоже есть. Я вот сейчас это заметил, ты прикинь. Ты там видишь, сезон, да, когда откроется, я сделаю. Эти операторы, не знаю, друзья, тоже настоятельно просто... убедили меня в том, что нужно снимать на профессиональную камеру с салона кадры. Я обычно снимаю на iPhone. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень много денег ушло на прошивку салона автомобиля. Я обычно свои ролики снимаю снаружи на пробку, снутри на iPhone, потому что на iPhone передается весь вот этот экшен. Да, можно, да, знаешь, вот он правильно говорит. Ну, iPhone ты двигаешь куда угодно, как угодно. А вот эту камеру как будто бы, ну она такая бандура огромная, знаешь. Факт. Ну, экстренная ситуация будет, вибатор, я там, наверное, торможу, брат, не знаю. Где-то что-то сделаю, ты ею разобьешь лобовое, понимаешь? Да, я не разобью. Разобьешь, мне кажется. Крепко делаю. Ты просто не ездил со мной так, как я езжу, братан, со своим оператором. Адвокат! Монтировать тоже вы будете, кстати, вы же знаете. 0,100 не мерил. По деньгам разберемся. Сколько миллионов надо отдать? 5,1. Есть? Так, в первую очередь мне бы хотелось сейчас... Так. Пройтись по своим автомобилям. Их у меня уже достаточное количество. Давайте начнем с черной Приоры. Потом у меня идет черный так. TLS. Так. Теперь у меня черная E63 AMG. Так. И также серебристая M5 F90. Ну, Снежка, проще говоря. Четыре автомобиля. Они, прикинь, друг друга не видели вообще, ну, не пересекались. Надо их как-нибудь подружить. Собрать. Так, все четыре вот так в ряд поставить. Да, и какой-нибудь такой да. отдельный ролик, спецвыпуск снять. Если вы хотите такой спецвыпуск, напишите об этом в комментариях. Мы обязательно что-нибудь такое делайте, сделаем. Делайте, братья, делайте. Но это надо, если делать, то в ближайшее время, потому что мы ее по-любому сожжем. По-любому. Я сколько раз уже сказал, что мы ее по-любому сожжем? Просто, чтобы люди даже, чтобы... Чуть-чуть у них не было подозрений. А что делает Тамаев с его машинами? Куда пропал Тамаев? Мне же оставили эту машину. Чтобы я уже сжигал, понял, не его автомобиль, а в любом случае свой. Обидно, блин, обидно за эту ситуацию. Просто здесь у нас стоит резина Continental. Ты же сказал Pirelli. А, Пастырёва видос еще. Сзади Pirelli стоял. А теперь знаешь, что за тема? Здесь, получается, спереди две Continental. Помните, я вчера дрифтил. Одну резину я высушил полностью, потому что на одну сторону. Вчера это на гонке, вставьте эти кадры, тоже кольцо красиво взял. Здесь теперь стоит Michelin, Pilot Sport, с той стороны Pirelli. Pirelli. Так смешно говорит, Pirelli. Это просто колхоз наивысшего уровня. И так сделать мог только Асхаб. Да, он прежде чем отдать ко мне машину, сказал, давай я тебе резину поставлю. Натуре. Спасибо ему за это, конечно. Позору нет. Резину он мне поставил. У меня тоже Pirelli стоит. Ну, один баллон. Дать Булкину на обзор своим М3. Да. Ну, с одинаковыми, мне кажется, ты представь, насколько легче. Он не разбирается в автомобилях, не ухаживает за автомобилями. И вообще, в целом, как можно было такую мерзкую, уродскую континенталь поставить спереди, сзади поставить бэушную, старую Pirelli. Зачем он реально такое говно резину поставил и хочет гонки выиграть? Бля, я вообще очень сильно подготовился к этой гонке. То есть там много факторов влияет на твою победу. У тебя же есть деньги, Асхаб. У тебя же под задницей Lamborghini Aventador. Как ты можешь вот так вот небрежно к этому всему относиться? Pirelli. Ты же хотел выиграть в гонке. Почему ты не поставил Michelin Pilot Sport новую резину? Почему ты не взял? У меня, понятно, нет возможности. Да ладно, я не буду брат. Приведняться. Да, да по-братски, брат. С автомобилями 5,90. Какие возможности? Но в любом случае, если с тобой меня сравнивать, у тебя денег много. Ну почему ты даже чуть-чуть не постарался выиграть? Да, тебе собрали все деньги автомобиль, на Бугатти кучу пошли. Денег отдал. Я думаю, он достаточно потратился на этот автомобиль.
Не знаю, ему там накинули, не накинули, мне кажется, его обманывают на сервисах, потому что он не разбирается. Ну, много у нас в России здесь сервисов, где видят богатого человека, который не особо разбирается в автомобилях, и говорят ему так: вот это вот столько, вот это вот столько. Там у него континенталь, ему, наверное, по цене Мишлена. Континенталь вообще бомбовая резина только для одного. Для того, чтобы ее сжечь, сжигать. Поняли? Подали. Она просто очень сильно томит, очень, но очень меня хорошо. Меня тоже пытаются на сегодняшний резина. День на сервисах различных обмануть. Особенно в Москве, когда я бываю, думают: а, деньги есть, давай-ка мы ему там накидаем. А я-то разбираюсь, меня обмануть даже не получится, пацаны. Вы даже не пытайтесь, потому что если хорошо, вы меня брат. Будете пытаться обмануть, я это так. Все так просто выкручу, вам мало не покажется. Все, так, понял. Давайте перейдем к задней части этого автомобиля. Кончик там шапа. Видно все, ширик-мырик, даже четко все. Есть. Вот эту фару, блин, обидно разбил. Ну, обидно тоже, что я... Брат, что делать? Меня заскамил Равшан. Он пообещал мне скинуть 1000 рублей. И гонит уже неделю. Без Рафа Равшан скамер. Я это Асхабу фару заебал. Разбил. А в итоге получилось, что себе фару разбил. Дальше. Вот эту, помните, помнишь, я кулаком ударил? Она тоже треснула, видишь? Трещина. Ты не видел, да, вчера? Нет, вчера. Вот, прикинь, вот трещина. Я там вчера на месте сам тоже увидел эту трещину. Ну, что теперь делать? Не будем же мы плакать из-за этого. Она такая пыльная, чуть красиво смотрится даже. Про резину мы, короче, сказали. Про эту фару сказали. Это не фара, это стоп называется. Когда сзади бывает, это стоп даже. Фонарь. Да. И я не... Всю жизнь фары теперь давал. Буду знать. Короче, и как буду. Приедем в Дагестан, мы сюда тонировку тоже сделаем в хлам-бункер, чтобы она красиво смотрелась. Черная машина на черных дисках, бункер в полной попрат, тонировке. Брат. Красиво. Здесь антифомовый элемент. Брат, я откуда знаю. Как бы есть. Я что, там трек, кстати, находится, поэтому, возможно, вы слышите их дело, посторонние брат. Гоночные не твое дело, всякие брат, это звуки. Их дело. Но они, я думаю, нам не особо сильно мешают. Задние давайте лобовые. Вперед переместим. А как называется зеркало, не зеркало, как называется заднее стекло? Так, на русском языке как это сказать? Есть лобовое, есть боковое стекло. А как называется? Заднее стекло? Или заднее лобовое? Нет, заднее лобовое не бывает. Просто называется заднее стекло. Тыльное стекло. Да, тыльное, кажется. Не, фронтальное это впереди. Стимся. Здесь стояли солидные номера. В начале выпуска были вот эти вот кадры, сейчас тоже бам-бам-бам, вставь там несколько. Это же не его номера, это же Lamborghini номера. К сожалению или к счастью, Асхаб этот автомобиль отдает без номеров. То есть я сам решаю, что делать, сам решаю, оформлять ее, не оформлять. Ну какой уже смысл ее на себя оформлять, если ее зажигать? Вы напишите вообще, что вы думаете по поводу всей этой ситуации в комментариях под этим роликом. Мне очень интересно будет прочитать. Мне реально интересно ваше мнение. Что напишут мои подписчики? Вот как ты думаешь? Они напишут, сжигай ее 100%, или напишут, брат, оставь себе, или напишут... Так, вы что напишете? Я не знаю, я думаю... На благотворительность отдай. Брат, отдай мне, скажи. Отдай мне, скажи, даже? Или разыграй. Нет, ты, братан, думаю, ты думаю. Моих подписчиков не знаешь. Они дай мне не скажут, они у меня... Бомбовые, понял? Они за меня переживают, беспокоятся. Они скажут, брат, оставь себе. Но за свои слова надо отвечать. Я вот так привык жить, понимаешь? Я вырос там, где мужчина должен отвечать за свои слова. Поэтому, как бы правильным это не было, на благотворительность, ее придется сжечь. А насчет благотворительности, вы же не знаете, что мы делаем, как мы делаем. То есть я, например, не привык о своих добрых делах говорить, показывать, рассказывать. Кстати, была бы она на карбонокерамических тормозах, было бы вообще бомбово, честно говоря. То есть, как я понял, это не самая максимальная комплектация, потому что на самом максимальном шли бы карбонокерамические тормоза. Но мне кажется, это предмаксималка, потому что здесь панорамные, панорама, да, панорамный люк, панорамная крыша. Бурмистер 3D. Ну и еще всякие вот эти карбоновые элементы, мне кажется, они заводские. Но эти дефлектора, которые там стоят, которые вы видели, это от GT поставил Асхаб. Ни на одной комплектации такие не идут. Либо Асхаб поставил, либо предыдущий владелец этого автомобиля. Пробег здесь, кстати, 60 тысяч километров. Да. Это немало, но и немного. У меня на CLS 70 тысяч. На моей старушке, как он говорит.
70 тысяч километров всего лишь. У меня машина очень даже живая. Просто она много раз попадала в подобные ДТП. Но геометрия у нее ровная, она идеальная, она красивая. Мы в этом ролике тоже покажем CLS. Давай-ка мы сейчас сядем в автомобиль, поедем к асхабу. Я с ним хочу поговорить, понял? Соскучился он по мне или нет? Он вообще без настроения вчера был, ты заметил? Он вообще и нервничал сколько. Ну, конечно, на съемке вот операторы подглядят, он просто нервничал. Он очень расстроился. Он после гонки вообще вот очень такой. Очень нравится. Просто вот так, без слов. Он грустил. Нормально так он приуныл. Мне кажется так. Хотя он скажет, не, мне на эту машину плевать. Ну, по большому счету, он же нормально хайпанул на этой всей теме. Нормально же, он, это шумиха, это все, он таких ешек много купит. Хайпанулся, Вацой? Красиво дал? Да, нормально дал. Ты прикинь? Так, теперь скажите мне вопрос, ответьте, он реально забрал машину у него или нет? Ты и снаружи был, получается, и внутри в салоне сидел. Ты как вообще, снаружи или снутри лучше, круче? Снаружи прикольнее выглядит. Да? Просто легко она идет в моих руках. Вот на четвертой еле-еле она пошла. Слушай, а знаешь, что я хочу? Такой чуть, раз вы там на пробке снимаете, вот это вот все, чтобы камера вот сюда ровно держала. Ты понял, о чем я? Короче, вот так хочу. Вот так, я думаю, намного лучше, интереснее. Как-то вот, понял, ровно, профессионально она стоит. Так. Ну, раз на iPhone не снимая, можно же вот такую вот картинку дать людям, чтобы они кайфанули, чтобы они насладились просмотром сегодняшнего видеоролика, скажем спасибо так. Спасибо за рейд, Бенж. Нам осталось ехать около 7 минут. Ну, для вас это намного побыстрее, потому что здесь обрезки, нарезки, туда-сюда. Мы доедем до асхаба и поговорим с ним. Я вот сегодня еще его не видел. Остался на ночь в Грозном, потому что был уставший. Сегодня вечером уезжаю на этой ешке в Махачкалу, и там мы дальше будем уже продолжать. У него на четвертой скорости машина не идет боком? А как там тысяча сил, я не могу понять. У меня на F90 она боком шла на шестой передаче, на пятой шестой передаче боком шла. Ну как это? Продолжать снимать контент с этим автомобилем. Ну, не в этом ролике, здесь же мы его завершим. Очень странно. А дальше уже будет видно, короче. В целом, после гонки прошел один день. И знаете, я чувствую такое облегчение. До гонки у меня вот постоянно тревога, постоянно мысли об этом. Меня это реально грузило, но я немножко по-другому хотел выразиться, но ничего страшного, да? Короче, вот напрягало, постоянно вот в голове было это. Из-за этого как будто бы депрессия, что ли, была, волнение, уже фоновое волнение, которое уже въелось в меня. А, дрифт-мод. Отвечаю, у меня такое облегчение, я просто с таким кайфом проснулся, искупался. Салам, Мури, как ты? Сел за руль, у меня прям на улице стоит и CLS, и эта машина, понял? Я думаю, дай выйду сегодня на этой, сниму сегодня контент для подписчиков. Не, Бухар, брат, я там еще живу. Уже на своем автомобиле, считай. Я даже подумать не мог, когда вот Асхаб только купил этот автомобиль, я сел за руль там. Говорю, Мерседес говно, там, говно машина туда-сюда. Ну, это я, чтобы позлить Асхаба, говорил это все. Но в целом, я бы не сказал, что мне нравится эта машина, но и такого, чтобы она мне не нравилась, нету. И я ездил на этой тачке, и даже представить не мог, что пройдет полгода, и я снова буду ездить на этой тачке, только она уже будет моей. Типа я думал, а как эта машина? Ну, это же надо столько копить, если работать, там, по 30 тысяч в месяц, если зарабатывать на себя, там, 15 тысяч тратить и 15 тысяч откладывать. Это сколько надо копить просто на обычную УАЗ-2107? Подожди, я сказал несколько лет назад, несколько, это, наверное, 3 года даже. Ну, не 3 года, лет 5 назад пусть будет. Время уже идет. Да, прикинь, мне 5 лет назад было 18. 18 год был 5 лет назад? Ты прикинь? 6 лет. Как 6 лет? 24. А, сейчас же 24, я забыл, прикинь. Я думал, что 23. 6 лет назад. Как будто бы 2-3 года назад, отвечаю. Просто как время летит. Представь себе, ты молодой. Ешка очень хорошая машина, помните? Помните, я катался на этой, на Е63, и вот так взгревался. Вот так, вот это поправило. И вот это мне очень понравилась Ешка, хорошая машина. Просто вот чуть Мерседес не допилили ее, понял? И у тебя серая есть была она, да, Е63 AMG. Вот такой ролик же Асхаб снимал.
хотел за мной повторить. Кстати, ты вот видел же, да, этот ролик? Ты молодой пацан, покупаешь себе банан. Вот это видео одно время так распространилось, и я в Москве гуляю, и кто-то откуда-то орет, ты молодой пацан. И меня уже вымораживала эта фраза, она уже просто достала. Что ты понимал, я просто снимал ролик с ТЛСом стареньким. И сказал это. Даже, ну, не было в голове что-то такое грандиозное сказать. Просто я там много чего я говорил. И говорю, просто представь себе, вот ты молодой пацан. И покупаешь себе банан черного цвета. Еще раз? Оригинал сделал. Оригинал, я уже знаешь, сколько оригиналов сделал в разных да, роликах. Да, повторил это 1000 раз. Мне уже тошнит от этого. Поэтому не буду это сам. Новую фразу? Ну, давай, ты придумай, а я озвучу. И хайпану. На? А, я сам должен придумать, что ли? Это не моя двенашка, это... Так не бывает. Это моцарелла двенашка. Когда ты... Когда да, алматинский, да, брат. Это не, так вообще не катит. Это надо, знаешь... Это когда меня просят сказать вот эту вот СГУ сделать. Это когда меня просят про ракетку вот это сказать. Это просто как оно идет, ты вот живешь, снимаешь. Что там еще есть? Кто-то найдет. Это, смотри, да, это, да. Во-первых... Должно быть круто, а во-вторых, кто-то должен догадаться, что это круто, и сделать из этого нарезку, понял? Типа, такая тема. Вайп хороший пошел, знаешь? Какой-то грустный видос, нет? Вот тут слева стоит CLS. О. Просто посмотрите, как он выглядит. О. Аккуратно. Нормально, даже? И где-то вот здесь должен стоять Асхаб. Я вроде ему набрал, чтобы вышел. Он, походу, не вышел, прикинь. И где же наш дорогой Асхаб? Лёва реально сбил Ренат. Я уже рассказывал, брат. Дорогой, ты где? Мы подъехали. Вот я не могу. Вот когда как будто вот Асхаб появляется в ролике, все, начинается суета, движ, блядь, сразу сходу. Я ухожу, дорогой. Давай. По одному не могу их смотреть, дорогой. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как дела, Асха? Нормально. Настроение, общее положение? Настроение отличное. Ты приехал хайповой, да, с камерами? Да. С моими операторами, да? С твоими операторами, с твоей... Все, пошло, брат. Теперь уже бывшей машиной, в твоем городе. А ты же говорил, что типа ты всегда меня упрекал тем, что я прихожу с камерами, наделал на этом хайп. Ты решил теперь... Линию хайпа забрать. Ау, брат, как я скучал по ним, брат. Сразу в себя пришел, знаешь, как сразу увидел его, сразу в себя пришел. Связка сильная у них. У нас была другая ситуация, у нас была совсем другая ситуация. Сейчас у нас вчера была гонка, сегодня я тебе позвонил заранее, я тебе сказал, вот так, я подъеду. А ты, я еду. Если в этом ролике не будет подъебки залитой энергии, я отписываюсь. Вот так было, да. Нет. Да. Подожди, ты да. же сам говорил о том, что если тебе это интересно, мы заранее это обсуждаем. Если тебе это интересно, ты приходишь на съемки. Если тебе не интересно, ты не приходишь. Да, 100%. Зачем обманывать? Я всегда спрашиваю, после чего ты дашь мне одобрение. Но ты уже ехал. Нет. Уже ехал. Я не спрашивал. Я не стал тебя обратно. Скажи, вот камеру вот так сделай. Было все. Его не было там, ты что говоришь? Ага, когда ты ко мне домой приехал, мой стабильный постоянный оператор. У тебя другой был оператор тогда. Ну, в общем, ты как бы хайпуешь. Да. Признавай то, что да, ты да, хайпуешь. Да, да, я хайпую, я вот сейчас хайпую. Да, ты забрал в моей бывшей машине. Да, я тебя поздравляю. Я у тебя забрал Майка машину. Бывших не бывает. Сильная. Да. Бывших не бывает. Да, я забрал если у тебя это машину. Если это была бы моя, она не была бы бывшая. Значит, не моя, значит, не судьба не сложилась, знаешь. Да. Бывает да. такое. Зарубит. Вот поэтому поздравляю тебя полностью, ты выиграл в гонке. Да, я да. уже вчера тоже это говорил. Да. Настроение как у тебя? Настроение хорошее. Не, на этом... Мне кажется, ты имитируешь хорошее настроение, и на самом деле оно у тебя не очень хорошее. Может быть, может да, быть. Все может. Не, а так в целом, как что сказать? Уважаемый оператор, можно, да, вот чуть оттуда вот спереди кадр такой красивый сделать? У нас лайв, у нас нету ничего, как у тебя там. Постановочного? Да, да, да. У меня все вот так, как оно есть, понял? Бомжатник стала машина, прежде реально. Прежде чем двери открывать, нужно разрешение спрашивать. Как ты можешь чужую вещь трогать? И не спрашивай. Ну как так можно? Ты же воспитанный парень. Драконит, смотри. Тем более я у тебя в гостях. Якобы, я да. к тебе в гости якобы, приехал, да. ты здесь мою машину берешь, открываешь. Как понять? Ты ее когда собираешься сжечь? А? Ты когда ее собираешь? Через пару недель. Через пару недель? Да. Ты за это время что хочешь сделать? Я все, что я хочу, то и буду делать. Не-не, смотри. Ты через пару недель не... Ты вот прямо сейчас можешь сказать, типа так-то... Через какое время ты ее сожжешь? Точно. Не, потому что ты можешь пару недель, это может быть десятку недель. Нет, ты можешь там хайповать. Нет, смотри, смотри дорогой мой, я тебе не дам... Дорогой мой.
Наклейки клея, да? Я... На этом хайпа, на этом зарабатывать. Смотри, если ты, если... Стой, я тебе вот что скажу. Как ты можешь мне не дать, это если моя вещь? Блин, вчера? Нет, жив. Нет, ты, у нас были условия, Ахмед. Какие условия у нас? Он то, уже что сказал, если мы, вчера... Ты принципиально дал слово якобы о том, что ты ее вчера, сольешь. Вчера ты сказал мне, Ахмед, эта машина твоя, делай с ней все, что угодно. Да. А, было такое? Да, да, но смотри, я за то, чтобы ты эту машину оставил себе и не сжигал. Я учусь, ага. Вот. Но, учитывая твое финансовое положение. Но при этом ты мне запрещаешь что-то сюда клеить, как понять это? Не, если ты сейчас скажешь, ребят, я все-таки решил отказаться от своих слов и оставить эту машину себе, угу. Тогда, пожалуйста, это уже будет твоя собственность, ага. Которую ты не собираешься сжигать и ага. Не будешь сжигать. Все, дальше что? Поехали. Куда? Я хочу тебя прокатить. Ты хочешь хайповать? Не, я хочу на своей машине тебя прокатить. Погнали. И вот он наглый. Смотри. Ты зачем его ролик снимаешь? Прежде чем дверь открыть, спроси разрешение. Очень грязно, брат. Погнали хайповать. Ау, пацаны, отвечай, бабок заработаю. Вот видите, да, у меня майка есть уже такая, такого цвета, да? Амири. Ну у него это что это? Зили, да? Что это за майка? У него не разбираюсь, это в богатых брендах. Луи Виттон, что это? Короче, за есть. Вот одну такую кожевенную куртку кто мне взгреет, а, братва? Вот смотрите, сижу без куртки, холодно реально. Кто-то мне взгреет или нет? Да, ремень на безопасности. Канал, на канал Уэнгл. Зили или Зегна? Я не шарю. Честно сказать, чтобы сняться на канале другого у человека. У них Тамаев, у нас Самаев. Но так как ты мне много раз снял все, и ты мой проект, учитывая все это. Бля, обожаю Тамаева. Бля, я его фанат, бля, буду. Ну вот, реально я его фанат, брат. Хорошо, но так как ты мне много раз... Отвечай, я вот, ну, просто поправляет мне он. Не знаю, вот он как личность, как персонаж пиздец как поправляет. Очень сильно. Снял все, и ты мой проект, учитывая все это, я даже готов бесплатно это сделать. Ты у своего проекта, короче, в ролике снимаешься, да? Да, в целом, мне тоже это, ну, выгодно. Потому что я с своего заработка получаю процент. Какой процент ты получаешь с моего заработка? Ну, вот ты же говорил там по поводу Хасбика, что я заработал на нем 200 миллионов рублей и заплатил ему 8 миллионов рублей. Uh-huh. Ага, поздоровался. Я не хочу это скрывать, чтобы потом этого не было какой-то новой информации. Хорошо, а как я ты... на тебе заработал больше. А как ты заработал? Обманули... Что ты рекламировал? Что ты делал? А? Монетизация, огромные просмотры. Монетизация YouTube не выплачивает бабки с российских хасл просмотров. Хасл онлайн, Grand Mobile. В этой машине... Ну, максимальная прошивка, то есть все возможное мы сделали. И я всегда контролирую уровень бензина, чтобы не было никаких проблем с бензонасосом. Ага. А, мне это ладно, это твоя машина, да, как ты, мы уже сейчас сказали на камеру, но у тебя в баке даже 5 литров бензина нету. Если у тебя денег нет, я могу тебе, ну, как бы, заправиться. Да, нету денег у меня. Можешь? Ау, поправляет ты, брат, балаган. Кстати, он правильно делает, что контролирует, молодец. На боевой прошивке нужно контролировать всегда, чтобы бензин был, и чтобы там был всегда спирт. Да, поехали. Ну, у меня, я не знаю, как у него. Заправимся. Да, спасибо тебе большое. Не, твое отношение к машинам, она вся грязная, но это ладно. Это же твоя машина. Да, я об этом как раз говорил, об отношении к машинам. Я жарю машины адекватно, я их умею жарить. Профессионально я это делаю. Я жарю так. Если ты мне ее подаришь, я тебе и випку подарю, и модерку, и сверху еще сэндвич сделаю с бутербродом, с сыром, блядь. И напишу там еще тебе художника сверху, брат. Чтобы с ними ничего не случалось. А ты ездить не умеешь. Даже можешь ходить со свидания. И как раз в твоих руках автомобиль ломается и портится. Смотри, это раз момент, подожди. На. Теперь я знаю, что хочу сказать. Показать тебе, как моя машина едет? Покажи. Смотри. Эй, тут не нарушай. Тебе нравится? Не, хорошо едет. Как моя машина едет, нравится тебе? Да, учитывая, что тут ешка реально очень быстро. И... Но единственное, знаете, новый хозяин этой машины, блин, мне жалко эта машина, она не будет проходить ТО, она постоянно будет ломаться, она постоянно будет чиниться, стоять в сервисе. Это, конечно, большая она беда. До сервиса... Я не хотел бы, чтобы... Она до сервиса не доживет, я потом с ней кое-что сделаю. Ну, как, например, за CLS? От сервиса до сервиса, от сервиса до сервиса. Мне интересно, что на этой машине сделано, какой спек. Типа, вот очень интересно узнать, что там стоит, ковка, шмовка, новые турбины, что там стоит, метанол, этил, бля, спирт, мир, что там, просто стоит 2+, зазор, мазозор, газозор, шатун. Это... От ролика до ролика, знаешь, постоянно это продолжается. Чисто из-за ДТП, и ну, все. Кто-то не допускает этого, чтобы был ДТП. Я разбил твою машину, я его чинить тоже не буду. Вот, так что ты без... Да, ну, то да. Я стал... Нет, там, говорит, воздух стоит. Разбитая корица, как говорится, да? Остался... Разбитая корица? Что за корица? Не, корыца.
корыца. Дим, как корыца? У разбитого корыта. А корыта? Давай заново. У разбитого корыта. Не, мы вот это все, я ставлю. Да мне вообще все. Смотри, ты понимаешь, у тебя уже не получается здесь, как в своих роликах, обрезать что-то, вырезать. Здесь все, как оно есть. Представляй, все как есть. Остался с ешкой у разбитого этого, ЦЛСа. Проблем никаких нет. Я свое заработал, я свое, как я уже сказал, я был с другой сферы, пришел у тебя. Почему? Потому что надо было заработать деньги, хайпануть. Я высосал все, что было с тебя. Я свою работу сделал. Кто знает, тот понимает, о чем идет речь. Короче, мне стендет, короче, как мне кажется, я не слышу здесь ни впуска, ничего здесь про, ни слова про спирт нету, метанола нету. Турбины, скорее всего, здесь стоковые. Стоковые турбины можно снять 800-850 сил край. Как мне кажется, здесь надули под 900 сил, авось прокатит, авось мотор не стукнет. И все. Ну, как мне кажется. Больше я не верю, что здесь около 1000 сил. Я просто не верю, брат. Чтобы сделать 1000 сил из этой машины, нужно как минимум усилить мотор. Все. Даже если мотор держит, нужно коробку усиливать. Или вообще ее заменить. Бра, я просто не понимаю, как вот они все говорят, что здесь 1000 сил. Но вот чтобы 1000 сил сделать на моей машине, даже на моей машине, да? У меня М3 с читерским мотором S58. Нужно усиливать коробку, ставить метанол, поменять турбины, Pure Turbo поставить, поменять впуск, интейк, усилить коробку, усилить мотор, кованый сделать. Просто это у меня на читерском моторе. Я не знаю, что мне нужно сделать на Мерседесе, чтобы она поехала до 1000 сил. Это, ну... Странно представить, я не знаю. Мне кажется, ну, просто 880-890 сил просто в сопли ее отшили, просто вот, ну, знаете, как я это объясню, вы, наверное, поймете меня. Когда машина, ну, авось прокатит, стукнет, не стукнет, еще лучше. Поняли, такая тема, на похуй, да. Вот в пик ее отшили просто и все. Вот, я так не шью машину, потому что я машину, во-первых, я же ее, не на гонках, вот. Конечно, обидно. Конечно, не хотелось бы проиграть. Так вроде у Булкина на Ешке были заменены турбины из Т4, и вроде было 900 сил. Да, но у Булкина, брат, заменены турбины были, чтобы 900 сил сделать. А тут ничего не менялось. Гонки. Конечно, жаль, что потерял, о чем сила, грубо говоря, там 10 миллионов рублей, да? Но ты сделал все, что потерял 10, сток. Заработал 250. Ну, по 300, скажу честно, не буду врать. Сток. Потерял 10, заработал 250. Ну, по... 300, скажу честно, не буду врать. Миллионов, прикинь. Сколько ты с этого заработал, я не знаю. Вебер карбюратор я себе ставил, брат. Конечно, что меня можно якобы купить, как ты до этого говорил, да, можешь много что говорить. Тебя уже купили, тебя купили на строй, да. А, ладно, спорить не буду. Конечно, не будешь. Купили тебя, который поменял мнение, да, свое по поводу всего этого. Тебя даже тут останавливают, видишь, знает, кто ты такой. Все, видишь. Знает, кто ты такой. Что, я не могу услышать. Все. Куртка. Жарко. Ты ему куртку, да, дал, чтобы он пустил меня? Жарко. Погнали. Эй, короче, не суть. Бра, я, клянусь, я не готовился к этому ролику. Я не знал, во что одет Стамаев. Просто в этой одежде пришел, у меня другой чистый не было дома. Честно говорю, вот, как есть. Бой, о чем-то спорить, это самое худшее, что можно в этом мире делать. Спорить со Асхабом. Это просто то, что не имеет никакого смысла. Почему это? В любом случае, ты останешься при своем мнении, я останусь при своем мнении. Я просто тебя сегодня хочу прокатить на своем автомобиле. Разница знаешь в чем между тобой и мной? То, что, учитывая то, что мы ровесники, я, да, чуть-чуть старше тебя, но мы ровесники. Ты младше... Выдержит, брат, 900 сил, да? Просто могут стукнуть. Учитывая даже то, что ты старше меня на полгода, ты ведешь себя реально как ребенок. И... Вот в чем отличие. Я не буду. Как ребенок играть. Ведешь себя ты. По большому счету. Ну, это все знают. Я не хочу это с тобой обсуждать. Асхаб. Ты, когда я что-то говорю, брак. Ты говоришь. Стоп, наоборот. Турбы держит. В общем, даже. Смотри, вот эта машина, тысячи да. Сил они говорят, реально, все в эту машину, я понимаю, что эта машина в разы лучше, чем CLS. Она новая. Это, ну, дорец, да, 18-19 года. Я. За то, что ты эту машину оставил себе. Я думаю, тебя подписчики... Этот энергетик. В любом случае поддержат. Да, ты можешь ее сжечь, ты можешь на этом хайпануть. Я ее сожгу. Но в любом случае, я знаешь, ее сожгу. Ты на этом особо не хайпанешь. Я ее сожгу, потому что я дал слово. Ахмед, когда ты держал слово, скажи мне, а?
Когда ты держал слово? Я держу свое слово всегда. Ты держишь свое слово? Да. Это ты для зрителей такой якобы хороший. Mm. А по факту я хитрый, и ты об этом знаешь, да? 100%! Я с тобой... О, представьте, как Томаев двигается у себя, нет, на районе? На Убани. Знаком больше 5 лет, наверное. Mm-hmm. Я с тобой работал, я с тобой имел общие дела. Если кто-то, это если из нас кто-то хитрый, то это ты, Асхаб. Ты это сам прекрасно знаешь. Я хитрый. А говорить и ты можешь, и я. Пускай об этом говорят наши действия. Смотри, по факту. Где я что скрываю? Якобы я для твоих подписчиков, для тебя я плохой. Ты без камер таким не бываешь. А какой я бываю? Ты без камер бываешь. Нормально. Ну, более-менее нормально. У меня даже злость на тебя пропадает. А в реальной жизни без камеры какой ты? Я? Да, ты какой? Такой, какой есть на камеру? Такой же, какой есть, да. Ну, когда ты агрессируешь, я тебе так же, этим же отвечаю. Прикинь, а я не знал. Потому что я... Я не знал. Значит, вот 5 лет я ошибался, 5 лет я ошибался, знаешь. Ты как лис себя ведешь на камеру. Как лис? Да, как лис, хитрый лис. Посмотри на свои глаза, где лис, а? Я тебе так скажу, у тебя, наверное, за последние полугода нет такого человека, как я, который имел общие дела. У тебя, наверное, никогда в жизни такого не было и не будет. Ни с одним блогером и ни с одним человеком ты так сильно не поднимешься, как со мной, это факт. И твои зрители это увидят, буквально за полгода ты все это поймешь. Если ты после меня будешь дальше хайповать и будешь подниматься уровень вверх, я скажу, базара нет, Ахмед и без меня может это делать. Но как мы видим, но на ты, примере ты думаешь, Хашика, любовь. На примере... Пацаны, вот, вот вы по-любому давно меня знаете, смотрите, может недавно. Вот я хитрый или хитро выебанный? Ладно, просто хитрый или нет? Тебя после меня вы потухнете. Вы есть на хайпе, вы зарабатываете только тогда, когда есть. Очень. Ну, стой. Ну давай так, по отношению к вам, я какой? А вы ленивый, вы ради своих подписчиков не готовы даже потратиться. Скажи мне вот одно слово, да, вот твои зрители не дадут соврать. Как ты Грузия оказался вспомнить? Но я думаю, мои зрители тоже посмотрят. Ребят, ответьте. Посмотрите ролики Ахмеда. Он берет так. Просто оператора, так. С айфоном просто снимает, так. И все. Никаких затрат. Просто рассказывает, какая жена у него машина. И там, знаешь, просто слова. Уровень разный. Почему ты ради своих подписчиков не стараешься делать контент? Тухнешь что-то. Давай мы вместе с моей же аудиторией за этим понаблюдаем, как я потухну. Смотри, Ахмед, поверь мне, ты являешься лишь моим очередным инструментом, за счет которого я иду дальше. Да, за счет которого я иду дальше. Смотри, на мой пути... И ты увидишь, что я сделаю. Смотри. Это всего лишь начало, это всего лишь малая часть того, что я могу сделать. Я показал аудитории. Со стороны видно. Со стороны видно лучше. С какой стороны видно? Со стороны видно. С твоей стороны? Подожди, нет. Со стороны зрителя. Ответь мне на один вопрос. Я являюсь проектом, к примеру, говорю, Хасбика? Или он является моим проектом? Мне просто интересно. Наверное, скорее больше он является твоим проектом, потому что ты снимал с ним ролики, ты все продюсировал, ты придумывал идею и так далее. Ты знаешь, что... Но точно так же... для зрителей... Но точно так же на твоем месте мог быть я. То есть я бы его не хуже спродюсировал, и я бы с ним снимал бы не хуже ролики. Просто ты первым это сделал, ты первый до этого додумался. Молодец. На, я куртку Томаева разыграю? За это. Да. Но для зрителей ты являешься таким же очередным нет. проектом. Нет. Да. Даже близко нет. Даже близко. Ты понимаешь, что... Нет. Хаз... У меня свои ты ролики. Ты понимаешь, что Хазла тоже не хотел принимать этот факт, то, что он является моим проектом. Ты не сравнивай. Ты он не сравнивай, не согласен. Несравнимая. И ты тоже не согласен я изначально... Слушай, я в этой общем, сфере ребят, больше, чем ты, чтобы ты понимал. Да. Но просто я не, у меня. Я просто смотрите, не ребят, искал людей, на которых можно хайпануть. Пожалуйста. Я не искал людей. Хорошо, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы считаете. Как они перекидывают я камеру. Вейл, или Вейл бы мой нет, проект. Нет, я не говорю, что ты мой проект. Ты сам, я сам. Нет. Вот и все. Нет, стоп, да, нет. Да. Нам так кажется. Да. Ты тебе так кажется. Тебе так кажется. Хорошо. Я не знаю, кто и чей из них проект. Я не буду нас спорить. Но я ваш проект. Все. Я готов задать вопрос по тебе. Я ваш проект. Ответят. Если они скажут так, пусть будет так. Вопросов никаких нет. Но вот мы... напишите, друзья, в комментариях, вы считаете меня проектом Асхаба? Проект. Огромная аудитория меня смотрела и до тебя. Да, стало больше. Миллион человек максимум. Да, стало больше. Да, стало намного я больше. Проект, даже, 3-4 миллиона просмотров. 100%. Это что за уровень? 100%. Я могу признать. Вы тоже мои проекты, если что. Только благодаря мне. Хорошо. Ты делал гонку с Аска. Тебе заплатили за эту гонку? Мне все, заплатили. Хорошо. Я не был заинтересован. Хорошо. Я сделал, забрал свои деньги, хорошо. Сделал гонку, хорошо. Якобы. Вот я понял, выиграл, я понял, все, я ушел. Понял. Смотри, есть еще одна гонка с Авентадором. Как они спамят, брат. Сидел с человеком. Этот человек поднялся? Брат, смотри.
В любом случае, я же говорю. Но с тобой есть... делало много людей гонка. Можно я скажу? Смотри. Про кого речь? Про Мохота? Бля, Мохот, ебать, хорошо стрельнул. Он просто мало видосов, кажется, снимает, но он очень сильно стрельнул. Я же говорю. Но с тобой делало много людей гонка. Можно я скажу? Смотри, я с тобой делаю. Че он не называет его брат? Я не знаю. А почему ты делаешь серию? Потому что ты интересная личность. Потому что я интересная личность. 100%. И поэтому меня смотрят. Я поэтому говорю. Да, стой, вопроса нет. Мохота до этого никто не знал, понятное дело. Я тоже сама его. 5x. По популярности в 5 раз популярнее, чем был я стал. Да, 100%. Я не спорю. Ты в 5 раз не стал. Да. Я с этим тоже согласен. Вот это мне уже нравится. Мне тоже нравится. Но это ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что ты меня поднял, братан. Понимаешь? Это даже близко. Ты просто очередной инструмент. А, я понял. Точно так же, как я для тебя. Я для тебя очередной хасбик. За счет которого ты делаешь себе просмотры. Ну только большой хасбик. Да. Но... Ты сколько весишь? Ты 3 хасбика. Я сейчас вешу 75. Смотри, у меня такой вопрос, смотри. Вот на хасбике я заработал 200 миллионов рублей. Вот три раза больше, чем хасбик. Почему я тебе не заработал 3 раза больше? Тоже вот странно. Но это же не смешно. Ты хотел смешно пошутить. Да, я хотел заработать. Ты хотел смешно пошутить, но это не смешно. Я понял. Грустно стало. За это меня могут захейтить? Не захейтить. Я только сейчас понял, почему ему про его нос говорят. Я только сейчас заметил, брат. Охуеть, у него нос огромный. Брат, ну типа, не, у меня-то тоже огромный, но такой клюв, поняли? Ну он тонкий такой, поняли? Аккуратный, я хуй знаю, как объяснить. Вот Ахмеда тоже. У него, ебать, у него баржа, брат. Охуеть, диффузор, брат. Ну понял, ну так ты смотришь. Картошка реально. Так, именно поэтому я это сказал. Кринж, ты прогадал, ты думаешь на 3 шага вперед. Наоборот, 3 шага назад. Вот. В плане, да, языка ты очень сильно подвешен. Может быть, словесно я с тобой... Для языка, говорит, ты очень сильно подвешен. Для языка сказал, да? На язык повешенный. Повешенный, да? Это, кстати, у него нос реально, что ты говорил, нос растет. И многие там органы тоже растут. Все растет, короче, из-за химии. Ну, это реально без шуток такая тема есть. Даже опухоли тоже растут из-за химии. Поэтому многие люди не колются химией, потому что химия, она вызывает рост того, чего и не нужно, и того, чего нужно. Поэтому, да. Воздух, конечно, бесплатный, но что-то Тамаев наглеет. Брат, у него своя фирма есть. Меня повесили на язык. Как я вешу на языке. Повешенный, да? Подвешенный на язык, наверное. Блин, можно это убрать? Не, вот хуже. Нельзя. Ты находишься зачем на канале Венга. Да, мне будет очень стыдно перед своей мамой. Канале. Она просто у меня филолог. И за эти слова, конечно, мне очень стыдно. Учитывая, блин, закончил экзамен, знаешь, сдал на хорошую. Сдал ЕГЭ на 5. Ты сдал ЕГЭ на 5, потому что у тебя мама работает в школе. Я тоже думаю, 78 баллов. Ответь мне, это так? В общем. Их тоже на 78 баллов дал, прикиньте. Я на 95, не поверьте. Вот ему поверил бы, тебе нет. Почему ты не отвечаешь? Ты говорил, что школу закончил на зале. Не купил, брат. Да, это потому, что твоя мама учительница? Нет, 100% в этой школе. Нет, конечно. Это был 2000. То есть ты сам учился, сам все сдал, сам все сделал. Я тоже сам все сдал. И смотри, давайте так. Когда грамматика, может быть, чуть у меня хромает, но нужно учитывать то, что Асхаб – это ярый пример того, да, что логика на другом уровне. То, что ты хорошо учишься в школе, это ничего не значит. Ты тупой. 100%. Я согласен. Многим может казаться, что словесно я не тяну с Ахмедом. Просто мне это не интересно. Моя задача, как я и говорил, блогерской тематике – это заработать деньги. Так получилось, что мое хобби – это стало моей работой. Это я один из самых… Я опоздал на экзамен. Нужно признать это, да, что хоть… Да, я люблю себя топовых блогеров, который сделал огромные деньги на Ахмеде, на Хасбике. В целом и прочим, я благодарен Ахмеду, благодарен всем фанатам Ахмеда, но это на этом история не заканчивается. Говорить сейчас то, что я соберу новую машину, я хочу с тобой это вообще гонку. Яма, я с тобой вообще не хочу иметь хорошо, больше дела. Хорошо, я тоже с тобой не хочу иметь вот, дела. Вот сейчас ты посмотрите на просмотры Асхаба и посмотрите, какими они будут без меня. Ты же дальше что-то будешь там делать? Конечно. Вот. Делай, я хочу понаблюдать за твоими. На красный не проезжай! О, как он понервничал. Там был мигающий желтый. Слушай, пожалуйста. Мигающий желтый. Все знают, что это моя бывшая машина, но бывших не бывает. Она без номеров. Ты можешь? Без номеров. Как ты можешь ездить? Не нарушай. Но ты же в курсе, да? Так как это мой проект, то эту Ешку, если ты будешь его сжигать, мы будем сжигать на моем канале. Смотри, мы будем сжигать Ешку на твоем канале не потому, что я твой проект,
А потому что мы изначально об этом договорились. То есть ты сказал: Ахмед, смотри, вот. Ну вдруг ты скажешь, что я решил на свой канал. Нет, я за свои слова отвечаю. Поверь мне, вот этот хайп, который сейчас есть, это мелочь. Да? Это мелочь. По ребят, сравнению с тем, что я планирую сделать. Ребят, согласен. Поэтому ты такими громкими словами не разбрасывайся. Это совет как это, старшего. Я же старший. Во-вторых, брат. Ты младше. Как ты старше? Почему ты все равно я считаю себя старше? Потому что, ты колешь химию. Ахмед ментально, знаете, еще такой, ну, да, было обидно, да, не хотелось проигрывать, но это было вчера, я попал. Почему я себя старшим считаю ментально? Это все в прошлом. Это все в прошлом. И а как бы я хотел на, вот просто сидеть на месте тех операторов и смеяться с того, как они... Скажу вам так. И не вспоминай меня, улети. Я охуенный трек. И не вспоминай меня, улети. И не вспоминай меня, улети. И не вспоминай меня. Итак, друзья, на другую локацию мы переместились. Асхаб. В целом, тебе понравился мой автомобиль, на котором я тебя сегодня прокатил? Да, машина хорошая. Я хочу тебя снова поздравить и поздравить всех твоих фанатов, да. Угу. Но хочу сказать, вот я, знаешь, вчера посмотрел кадры, угу. Посмотрел и понял то, что мне не хватило чуть-чуть. И скажу тебе так. Но уже нет смысла это обсуждать. Я понимаю, подожди. И я проиграл тебе не потому, что твоя машина едет быстрее. Ты знаешь, и я знаю, что моя машина быстрее. Просто не хватило чуть-чуть опыта. Реально не хватило чуть-чуть опыта. Да, резина какая-то непонятная. Ну хорошо, да. Смотри, вот это совсем... Это отмазка, смотри. Первый заезд, поставь монтажер. Первый заезд, я ушел от тебя на 3-4 корпуса. Это очень было, хорошо. Я тупанул. Я вообще в такой прострации был. Я растерялся, я потелся, я слишком сильно переживал. Но я уехал от тебя на 3-4 корпуса. Стабильнее трогается. У меня были проблемы с лаунж-стартом. Можно это говорить? Я не знаю, почему. Заезд... Вы можете подумать, друзья, что это постановочный, типа первый заезд, чтобы я проиграл, второй выиграл и третий решающий, чтобы вам было интереснее смотреть. Но на самом деле это просто каждый раз так совпадает. Короче, у меня постоянно проблемы с первым заездом. Постоянно. Как и что ты в первой, что во второй как гонке. Как и ты волновался, я тоже. Но согласись, но первый машина заезд... стабильнее. Подожди. Я уехал на 2-3 корпуса. Второй, третий заезд мне хватило, не хватило чуть-чуть. Да. Посмотрите, поставьте кадры. Буквально, смотрите, вот не знаю, вот такого расстояния. Я согласен. Я даже можно сказать, обгонять, понимаешь? Я тебя догонял, не хватило чуть-чуть. Нет. И я считаю, и даже мне не стыдно, я тебе говорю, попросить реванш, понимаешь, у тебя. Я обязан, что это так нужно сделать. Нет? Я не хочу, вот это все. Второй и третий смотри, заезд, если мы ты был бы уверен вместе. В себе, мы если ты был бы уверен вместе. В себе, ты дал бы это добро, понимаешь? Мы, тебе какая разница? Мы тронулись. Я готов заплатить большая тебе. Разница, я готов тебе большая заплатить. Разница. Я готов заплатить. Автомобиль мой. Не надо мне платить. Я ни за какие деньги, ну, не хочу. Не, смотри. Если тебе не интересно, я могу предложить тебе такую сумму, за которую тебе будет интересно. Но уже не на этой машине. Эта машина уже моя. Я сам честно признался в том, что Ешка реально быстрая. Знаете что? А ну-ка, уважаемые операторы, можно, да, вас знаете что? Вот сюда, у нас чуть в лайв-формате. Вон там стоит CLS. Кстати, эти оба автомобиля мои. Благодаря вот этому CLS-у, вот эта тачка стала моей, за что я от души благодарен этому автомобилю. Бля, просто у меня легенда в жизни пиздец, много брат. Чего поменялось благодаря этой тачке. Я реально не то, что там громко вложил душу, я вложил очень много сил и времени, почти что полгода. Mm-hmm. Я проиграл, не хватило чуть-чуть опыта. Ты силы опыта. Не вкладывал, ты вкладывал всего лишь деньги. А заработал деньгами я своими силами, понимаешь, силы не хватило туда, чуть-чуть. Силы туда вкладывали мастера, которые ее собирали. Да, неплохо собрали, спору нет, но ты учитывая очень важный момент. Неизвестно, сколько эта машина будет жить. Неизвестно, имеется в виду... Покажите, как ее сделали. Какой ресурс у этого двигателя. Может быть, мне там разница, просто нет, все мне на мне важно было бы тебя выиграть, и все, понимаешь? Вот, это, видите, что я сказал про ресурсы, помните? С самого нуля один мотор. Я не менял ни разу я двигатель. Я тоже не менял. Да ты только стейдж поставил, неизвестно, мне этого хватает. Она на стейдже, она реально прошитая со всеми этими моментами, проехала... Огромное количество километров. Сейчас пробег здесь 70 тысяч. И почти весь пробег, больше половины. Она проехала на чипе. Покажи мне человека, который сможет собрать
автомобиль с такой же мощностью, и чтобы ресурс двигателя был таким же. Нет такого человека. Uh-huh. Не существует. Uh-huh. Покажи мне человека такого, если он есть. Хорошо. Я думаю, ресурс этого двигателя еще максимум 5000. Он вот так же будет ехать, быстро, может быть, четко, и потом все, хлопнет. Я с тобой не согласен. Она очень быстрая. Я согласен. И она будет ломаться, мне кажется. Я опять-таки не утверждаю. Я сказал, мне так кажется. Да. Это мое мнение. Стоп. Потому что я видел очень много автомобилей, которые на чипе, на стейдже, но они много не ездят. Факт, на боевой прошивке она много не поездит. Факт. В любом там случае, уже что-то не то, как смотри, будто бы, когда едешь. Смотри, мне сейчас... Да, может, просто мне одно интересно. Ни у Самаева, ни у Уэнглби, ни у них, ни у кого из них не было замера нигде. Ни драги, ничего. Людям же это интересно. Покажите же, брат. Это тоже часть контента, как ты машину покажешь, собираешь. Можно даже припиздеть, пусть скажет, например, 750, ну, пойдешь в гонки и выиграешь. Типа, поняли, какая тема? Я тоже многое на стриме не сказал. Понимаешь, лучше сказать меньше и выебать, чем сказать больше и проиграть. Я тебя поздравляю. Вот, я надеюсь, ты свою долю хайпа забрал, я снялся. Вот, я свободен, да, все? Да, все, я тебе такси вызову. Да, забирай свою петличку, все. Мне вот скрывать нечего от вас. Да не, у меня в машине больше, чем 650 сил, брат. Я просто так сказал, что 650. Брат, в машине 650 сил, и я думаешь, она едет 5 секунд до 100-200? Наоборот, любишь занижать, знаешь, цифры, поправляет, когда занижаешь цифры.